Дерево – универсальный материал, которым снабжает людей природа. Изделия из древесины окружают нас, даже если мы этого не подозреваем. Уберите их, и человек окажется в пустоте. Современные технологии позволяют наполнить материалы из древесины новым содержанием и свойствами, расширить возможности их применения. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат – флагман лесной отрасли России. Его история – это 60 лет работы и опыт нескольких поколений специалистов. Расположенный на северо-западе России, на равном удалении от Москвы и Санкт-Петербурга, на пересечении автомобильных, железнодорожных и водных путей, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат имеет неоспоримое преимущество – удобство в логистике и транспортировке. В его цехах плотная северная древесина превращается в современные высококачественные материалы, которые служат людям сегодня. Объем выпускаемой товарной продукции превышает 5 миллиардов рублей. Предприятие использует сырье из северных областей России. У комбината есть и собственная лесозаготовительная база. Цепочка поставок древесины сертифицирована по системе FSC Лесного попечительского совета и соответствует регламенту Европейского союза. Современное оборудование и технологии позволяют в полной мере использовать лучшие свойства северной березы. Фанера, сделанная на Череповецком комбинате, обладает повышенной прочностью и влагостойкостью. Это эстетичный конструкционный материал с текстурой натурального дерева. Предприятие производит фанеру марки ФК размером 1525 на 1525 мм, толщиной от 3 до 30 мм, которая используется для внутренней отделки помещений. Высокое качество череповецкой фанеры подтверждено международными сертификатами, позволяющими экспортировать ее по всему миру. Производство древесно-стружечных плит оснащено самым современным оборудованием фирмы «Диффенбахер». Машина формирует идеальный ковер из стружки различных фракций. Технологии подогрева древесного ковра и непрерывного прессования позволяют достигнуть высочайшего качества продукции при большом объеме производства. Предприятие выпускает плиту широкого спектра форматов и толщин. Собственные лаборатории, а также цех по приготовлению смол позволяют выпускать плиту с пониженным содержанием формальдегида, классом эмиссии Е05. На предприятии также производят специальную плиту повышенной водостойкости, которую используют для производства столешниц и мебели для помещений с высокой влажностью. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат выпускает ламинированные древесно-стружечные плиты под собственной торговой маркой «Нардеко». Продукция производится на новейшем оборудовании. Череповецкая плита облицовывается меламиновыми пленками на основе декоративных бумаг ведущих мировых производителей. Главное преимущество ЛДСП «Нардеко» – широкая гамма популярных, а также эксклюзивных декоров и тиснений. Их коллекции ежегодно обновляются в соответствии с мировыми трендами. В них производители мебели всегда найдут материал и для классических, и для смелых дизайнерских решений. Ламинированные плиты марки «Нардеко» вдохновляют на поиски своего стиля. «Нардеко» – источник вашего вдохновения. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат выпускает сухие хвойные пиломатериалы. Распиловка производится на шведской фрезерно-брусующей линии, которая позволяет получать обрезные доски различных сечений и размеров. Выпускаемая продукция обладает высокой геометрической точностью, соответствует требованиям ГОСТов. Все пиломатериалы проходят камерную сушку до 18% влажности. Хвойная обрезная доска – отличный материал для дальнейшей переработки и производства изделий из дерева. Продукция Череповецкого комбината экспортируется в разные регионы мира, в страны Европы и Центральной Азии, в Африку, Северную и Южную Америку. Продукция Череповецкого предприятия применяется как в малоэтажном строительстве, так и при возведении крупных объектов федерального масштаба. Это спортивные объекты «Сочи-2014», застройка острова Русский во Владивостоке, обустройство гостиничных комплексов к чемпионату мира по футболу 2018 и многие другие.
На комбинате налажен жесткий контроль за качеством выпускаемой продукции на всех этапах производства. Это гарантирует неукоснительное соблюдение заявленных стандартов продукции. Технология безотходного производства позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Модернизация производства, поиск новых технологических решений, совершенствование сервиса, улучшение свойств и качества продукции позволяет комбинату оставаться лидером в деревопереработке.